Lord Jesus Christ. Shiva. Om Namah Shivaya. Shiva. Om Namah Shivaya. Hallelujah. Praise the Lord Jesus Christ. Om Namah Shivaya. Yeah. Индус продолжает нас развлекать, но уже веселей. It's the most powerful energy in this universe, time, in this, because it's Kaliyug. Доброе утро. Мы выдвигаемся с Кирганги вниз. Валера ушел чуть раньше. И у нас новый проводник, Баба. Сказал, я нормальный Баба, так что не парьтесь. Last time, this way, very hard. Валера хотел утром один прогуляться вниз. Начал уходить, и сумасшедший индусик встрепенулся. Бро, я с тобой. Побежал такой. Валера от него, no, goodbye, и убежал. И тут нас догнал Валера. Как оно? Классно. Убежал от индусика? Да. Я ему сказал, что я single guy и люблю пройтись по дому. Огромное. Баба пытается сломать нам стереотипы. Он настойчиво пытается за нас платить. Все за мой счет. Сейчас я вам все покажу. Вот такой Индия нас гуляет. Мы добрались до Нактана. Зайдем сейчас к Перчану, заберем вещи и двинемся дальше вниз. Намасте. Good. Good. Yes. Валя. Все, погнали в Баршене. Бумер самый настоящий. А у нас распаковочка. Тот самый. Тот. А тебе? И тебе. Мы почти дошли до Баршене. Но, судя по всему, автобус уже ушел минут 5 назад. Может, нам повезет, на чем-нибудь другом доедем. Никто не хочет останавливаться. Идем пешком. К ночи дойдем, может быть. А может, кто остановится, пораньше приедем. Нас все-таки подобрали таксисты. Доброе утро. Ой. Мы решили заземлиться в Маникаране. Сегодня опять пойдем в Касольно поменять денежку. Пришло время разменять доллары с байка. А у нас перестановочка. Ладно, хорош разрушать это лицо. Хорош тут мне позвоночник, позвоночник. Понятно, что так-то похоже на мой. Наша банда снова в сборе. Банда очень-очень-очень разных между собой людей. Бабаджи. Бабаджи. Рам-рам-рам. Баба Валера. И Жора. Потерял банду свою. Пошли вперед, а я потерялся. Теперь не могу их найти. Вот. Ну, сейчас найдемся. Мы не город маленький. Все-таки в Маникаране Варламова смотрят. Вообще. Нашлись. Что, у нас пробка? Встречное движение? У нас сентиментальный Валера. Он просто любит коров. Он же индус. Все же думают, что индусы любят коров. А, вот оно что. Это все флюиды. Но мы идем в Касол. В Касоль, который... Жоре надо порисовать там, хочет. У него тут бизнес попер, рисует картины, но индусы покупают толпами. Уже целых 2 купили. 1000 уже заработал. 1000 рублей. Молодец, тебе здесь хватит на неделю жизни этой 1000. А я забыл носки в прошлый раз, которые мне Годзилла подарил.
Очень хочу их вернуть, они теплые, хорошие. Спустимся к реке. Валера человек мира, он подобрал себе лунги где-то здесь. Нацепил и пойдет сейчас в них купаться. Так красиво. И вообще похуй ему. Ом намах Шивая. Кайф? Да. Мы дошли до Косоля и сразу встретили нашего друга. Намасте, джи. Last time I forgot my socks here. Maybe 1 week ago. Here, maybe you know. Yeah, носки нашлись. Даниват. Thank you. Попьем чаю, что ли? Вот они, носки. Нашлись. Родные, теплые. Наш баба с Киргандой продолжает ломать стереотипы, продолжает нас угощать, платить и так далее. Это очень странно, если честно. Кения, ноэ, Ромия. Кения, выключайся, very normal. Slow burning. Кения, 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 Кения. Да. Что это, рис и дал? И лук? Кайф. Доброе утро. Пойду искупаюсь в город Вару. Время 6:30. Очень много народу оказалось даже в такой ранний час. Еще тут грязноватая водичка. Пойду лучше в общественную, там чище. Тепло, нет никого. Yeah. Вот и Валера пришел. О, хорошо. Это ты лохматый с утра. Я спал в какой-то пристройке, не знаю. Поэтому да. Кайфец, да, водичка сегодня? Валера пошел домой, а я пошел готовить завтрак. Сделал вчера горчичный майонез. Сегодня чуть-чуть его поджарю с яичками, сделаю бургеры. Это будет вкуснота. За ночь просто сдохла. Красота какая. Чёрч! А Валера на байке впереди уехал. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Ой, ты товар. Ой-ой-ой-ой, вообще же красоточка, ты погляди на нее. Боже мой, вот это красавица, вот это мой, ой, девочка моя. Не точно она за рекой как бы, она дальше, потому что я помню, что позже ладно. Ладно, ищем дальше. Нашли то место, где пряжу хочу попробовать купить. Намасте. I'm looking for a yarn. Do you have like this? I want to buy. My wife make these things. Yes. And she need yarn. This? Yes, this. Maybe you have a bigger or... Oh, thank you. How much? No. Gift? Yeah. Oh, Даниват. Yeah, Настя, для тебя подарок вот от этих двух прекрасных женщин. Ом намах Шивая. Даниват. Самый такой на отшибе дом.
Заходи, да, утром. Провожу вас. Все, если вдруг не найдешь, увидимся потом. О, автобус! Автобус! Ушел автобус. Поймаем сейчас что-нибудь. Стрит-арт, конечно, божественный здесь. Нам оставим маникюран. Thank you so much. Это я. Настя связала для флешек чехольчик за 15 минут. Показывай давай, как это работает. Ну, нужно дернуть за вот эту веревочку, и тогда здесь все откроется. Получается, здесь очень надежный замок. Ого! И здесь 4 флешечки. Огонь! Вот так вот.